Кем может быть депутат местного совета депутатов, что является гарантом Конституции Республики Беларусь? Какое изменение было принято на республиканском референдуме в 2004 году? Не каждый взрослый сможет ответить на эти вопросы. Однако знатоки областного этапа республиканского правового турнира «Сила закона», учащиеся 9, 10, 11 классов, победившие в городских и районных этапах, справились, но было нелегко. В этот раз организаторы для участников подготовили тестовые задания из 30 вопросов, связанных с правовыми основами и государственным устройством, историей права, ответственностью за правонарушение, молодежной политикой. Было организовано онлайн-тестирование на площадке детского правового сайта. Стоит сказать, что это государственный онлайн-ресурс, который разработан и ведется Национальным центром правовой информации именно с целью доведения правовых аспектов до детской аудитории, именно в удобной для их восприятия форме. Сам турнир состоит из трех этапов – районов, областного и республиканского. На районном уровне он начинается в преддверии Дня юристов, и было принято участие 4520 участников, такой широкий охват школьников. В трех возрастных категориях, 9, 10 и 11 классы, принимали участие. Из каждой категории те, кто занял первые места, вышли на областной уровень. Показать не только знания законов, но и четкую гражданскую позицию. На областном этапе вопросы повышенной сложности, затрагивающие в том числе и знания Конституции Республики Беларусь. Так как целью являются сами знания, само правовое просвещение, само повышение правовой культуры, то, конечно же, не победа является основным здесь результатом, а все равно люди готовились, школьники готовились, они проявляют интерес, и это уже хорошо. Даже если они не выберут свои профессии юриспруденцию, правоведение, в любом случае им право не будет лишним никогда. Для любого гражданина право не будет лишним никогда. Такой турнир многие школьники считают хорошим шансом на пути к будущей профессиональной карьере. Например, как Юлия Крень, учащаяся Олтушской школы Малорицкого района. На силе закона я уже участвую второй раз. Готовилась я со своим учителем обществоведения. На сегодняшний день я больше повторяла и усугубляла какие-то более сложные вопросы, так как ранее проходила основы. Времени уделяла достаточно, но оно того стоило. Больше всего меня волновали вопросы про местные советы депутатов, так как этому я уделила меньше времени. Я планирую получать техническое образование, но считаю, что право должны знать каждый гражданин Республики Беларусь, независимо от его профессии. Несмотря на волнение Юлии, во время прохождения теста девушка показала достойные результаты. Это значит, что именно она будет представлять Брестскую область на республиканском этапе в своей возрастной категории. В какой-то степени ожидала призовое место, но все равно было довольно-таки радостно и шокировано услышать свое имя, фамилию в первом месте. Я волнуюсь перед республикой, думаю, нужно еще глубже изучить некоторые вопросы, проанализировав областной этап, так как они были достаточно сложными, и уделять больше времени. Среди девятых классов первое место на турнире «Сила закона» заняла учащаяся Люсинская средняя школа имени Якуба Колоса Полина Емельянович. Несмотря на то, что девушка принимает участие в такого рода турнире впервые, результат получился достойным. Я готовилась со своим учителем Сироткиной Еленой Григорьевной. Занимались мы довольно так и немного, я бы сказала. И это было для меня очень неожиданно, то, что я заняла первое место. Если честно, там довольно многие вопросы были сложноваты. Ну и были трудности. Я многие вопросы изначально пропускала, чтобы потом посидеть, подумать над ними. Уже 21 декабря победители Брестского областного этапа поборются за первые места на республиканском этапе турнира «Сила закона».